Він має декілька різних образів. В минулому – особистий охоронець перших осіб, помічник мера Дніпра, фіналіст конкурсу «Men's Health». Сьогодні він бізнесмен і навіть президент. Який саме – скоро дізнаємось. Наш герой іде. Привіт. Привіт. Як до тебе краще звертатись? Максим або Максим Вікторович? Ну, лучше, конечно, Максим. А на ти або на ви? На ти, конечно. Добре. Наш проект називається «Без брехні». І я задаю питання, ти відповідаєш чітко, швидко і, головне, чесно. Тож, готовий? Так. Коли ти вперше в житті в своєму збрехав? Я так думаю, наверное, в далеком детстве. Як себе відчував? Ну, я так подразумеваю, что сначала, наверное, люди обманывают для того, чтобы что-то себе подхитрить, что-то сделать лучше. Наверное, сначала получил какое-то удовольствие, но надеюсь, чтобы оно мне было стыдно. Як себе поводиш, коли не знаєш, що сказати? Иногда лучше промолчать, а иногда лучше хорошенько подумать. Макси, ти працював помічником колишнього мера Дніпра Колюченко Івана Івановича. Він був на посаді з 1999 року по 2014. Скільки ти був на посаді? На лет 10, мабуть, чуть-чуть більше, ну, около того. Де саме знаходився твій кабінет? Покажи. Показати. Шестой этаж, вот где-то четвертое окно от балкона большого. Сумуєш за тими часами? Отчасти. Приятно вспомнить, сказать, что сумую, наверное, неверно, но приятно вспоминать то время, людей, которые окружали. Да, был хороший коллектив. От, чи є в тебе така порада, як отримати посаду помічника мера? Чесно, в моем случае это было чистое стечение обстоятельств. Тобто в тебе батьки не статусні люди? Нет. Не по знайомству? Нет, абсолютно нет. Угу. А що тобі зараз більше до вподоби, якщо дивитись так, тоді, коли ти був помічником мера Дніпра і ходив на роботу в кроватці, в костюмі, чи саме зараз, коли займаєшся бізнесом? Звісно, мені комфортніше зараз. Ну, во-первых, я чувствую себе свободним чоловіком і їм являюсь. Інколи працюєш на дивані вдома? Так, да, буває таке. То це дуже зручно. Так, да, іноді на пляжі. Яке в тебе відношення до нинішньої влади міста? Ну, у мене, як у руководителя організації, відношення складні з міською владою. На самом деле, если объективно посмотреть, есть определенные плюсы, которые в городе произошли, но также есть недостатки и есть, например, где-то нежелание слышать людей, допустим, какие-то сообщества, вот, допустим, как у нас велосообщество. Ты раньше сам был на посаде в мэрии, зараз ты больше как активист, так и вымагаешь от них чего-то. От якось тобі допомогла та робота в мерії зараз? Ти знаєш, на які точки, на які крапки треба надавити для того, щоб отримати ефективний результат? Да, на самом деле я знаю, как работает аппарат, как работает механизм городской власти, но сказать, что там как-то это очень помогает, это в чем-то да помогает, но результаты на самом деле все равно зависят от людей, которые принимают решения, это в любом случае, поэтому все зависит от того, как люди, принимающие решения, относятся к тем или иным запросам сообществ и как они хотят помочь. Скільки отримував, коли працював в мерії? Я вже не пам'ятаю, але зарплати там невисокі. Чи вистачало на життя? Ну, тільки чуть-чуть на життя. Десь підробляв чи? Так, і підробляв, і тренувати пробував, і походи ходив, водив. Ну, в общем, різні варіанти, які не йдуть вразрез з законодательством і не впливають на обліка моралі городського чиновника. Mm-hmm.
Максе, ти дуже класно виглядаєш. Твій секрет який? Регулярні тренування. Ти у 2011 році став фіналістом журналу Men's Health. Є такі журнали, там, де ти на обкладинці або в журналі? Ну, так. Да. Коли пройшов тут конкурс, я попав номінацію «Герой Men's Health». Ні, не «Герой Men's Health», «Герой Nivea for Men». Хто був ідейним натхненником таким, щоб ти приймав участь в цьому конкурсі? На самом деле, це опять чисто стечение обстоятельств. Последний день конкурса моя жена сбросила туда мою фотографию. А ти знав про це чи ні? Ну, я потім узнав, да. Ага. Це було взагалі чисте случайно, самий последний день. Колеги приходили фотографуватись, брати автограф чи було таке? Ні, прям такого не було. Ну, там друзі сім'ї, жени, покупали журнали, да, я там кому-то розписувався. Угу. Такой. Ти тренуєшся саме на таких майданчиках? Більша частина, да. От з моменту карантину я взагалі исключительно тренувався на вулиці. І буквально місяць назад вернувся в зал. Но продолжаю тренироваться на улице. Взагалі, спорт в твоєму житті був завжди чи ні? Дело в том, что в детстве я был довольно-таки болезненным ребенком. Не займався взагалі спортом ніяким? Нет, я был активный, я много в разные подвижные игры играл. С друзьями мы проводили активно время. Но у меня в детстве было 7 переломов, освобождение от физкультуры и спорта. Куча еще таких болезней, там гастродуоденит, вегетососудистая дистония. И, собственно, я большую часть начальной школы был освобожден от физкультуры. Тобто тобі навіть забороняли лікарі займатися фізичними вправами. Да. І, соответственно, это, в свою очередь, приводило к перекосам в мужском общении. То есть где-то меня поддевали, где-то меня дразнили. Мне хотелось быть не хуже других. Ти лікарів не послухався? Да. І що далі? Чим почав займатися? Далі, ну, практично, це був абсолютно хаотичний набір упражнень, тому що в то время методик як таковых не було. Где-то ти увидел в какой-то газете или в каком-то журнале одно упражнение, попробовал его делать, потом увидел другое. Вместо гантелей у меня были утюги, еще старые литые. Да. Неймовірно, була... коли є бажання, то все пригодиться. Вместо эспандеров какие-то пружины от дверей. То есть изначально вот я начинал просто с такого. Які самі складні вправи, які ти виконуєш? Складні? Ну, я думаю, самые сложные для меня, например, это гимнастические упражнения там на турнике. Но оно связано и с тем, что у меня были травмы, допустим, там после переломов у меня подвижность в суставах чуть-чуть хуже, чем должна быть. Связки немного не так работают. Ну, как бы остальные упражнения сложны настолько, насколько ты себе позволяешь. То есть, если ты хочешь добавить нагрузку, становится тяжелее. Если ты хочешь легче, то они становятся легче. Тобі от взагалі чи заздрили, чи заздрять зараз? Було таке твоєму зовнішньому вигляду? Ну, во-первых, трудно сказать. И я бы не хотел таким образом оценивать кого-то, завидуют или не завидуют. Ну, я надіюсь, що я являюсь для кого-то, може бути, мотиватором. Для того, а якби не спорт, то твоє життя склалося інакше, як ти гадаєш? Безусловно, звісно. Якщо б не спорт, все було б по-другому. Як іменно, не знаю, але було б по-другому. Я папу люблю за то, что он у меня умный, сильный, красивый и спокойный. И он умеет со всеми договориться и найти компромисс со мной и с Никой. Когда мы с Никой ссоримся, то он нас легко мирит. А папа у меня сильный, красивый. Ну, мама еще и готовит, и папа. Thank you.
Максу, як любиш відпочивати? Во-первых, активно. Во-вторых, разнообразно. Завжди активно? Практически, да. То есть отдых там лежа на пляже, это полдня, день максимум, не более. А який відпочинок обираєте з родиною? І чи він відрізняється від того, який любиш ти? У нас это бывает по-разному. Вот, например, прошлый год мы отдыхали порознь. Мы с Марком ехали в Карпаты, ходили по горам. Девочки ехали за границу на море. Потом мы здесь где-то с Марком тоже отдыхали в лесах, они где-то на пляжах. И под конец лета мы объединились и вместе поехали на Бирючий остров. А скажи, будь ласка, як познайомився з дружиною? А по інтернету? Як? На сайті знайомств. Все достатньо банально. І, опять же, по ходу п'єси – це стечення обстоятельств. А скажи, будь ласка, от що тебе робить щасливим? В першу чергу діти, звісно. Коли бачиш, що вони щасливі, що вони радісні і довольні, і ти бачиш, як вони розвиваються, що це… Просто видишь, как они расцветают, это приносит счастье. Макса, в мене для тебе коротке бліц-опитування. Угу. Коли тебе критикують, як себе поводиш? Пытаюсь воспринять критику конструктивно, определить, где на меня просто наезжают, а где действительно я лажану. Хто твій сучасний кумир? Я би сказав, що у мене нет какого-то єдиного кумира, но на самом деле очень много людей и из моего окружения, у которых есть чему поучиться, и которые мне нравятся по каким-то своим качествам. Гори або море? Приоритет? Так. Гори. Блондинки або брюнетки? Блондинки. Джентльмени предпочитают блондинок. Найбільш коштовне придбання у твоєму житті? Даже никогда не задумывался. Я думаю, если это вытеснить из материальной плоскости, то, наверное, самое ценное, что у меня в жизни – это семья, это мои дети. А если материально? А если материально? Я бы сказал, в каждом определенном каком-то жизненном отрезке есть вещи, которые тебе наиболее ценны материально. Но потом они со временем, ты смотришь, переоцениваешь, они теряют свою ценность. Поэтому за всю жизнь, я даже не знаю, жилье может быть. Чи є в тебе рецепт, як заробити перший мільйон? Я думаю, что, наверное, у каждого бизнесмена свой какой-то рецепт. Я еще до миллиона не дорос. Світська тусовка або вечеря вдома? Или вечеря вдома, или пікнік з друзями. Водка або мартіні? Мартіні. Можливо, знаєш якусь фейкову історію про себе? Да, есть там, у меня есть свои хейтеры и есть небылицы, которые про меня рассказывают. Можливо, одну коротеньку? Например, что у меня нет своего велосипеда. Що б ти не зміг пробачити в особистому житті або в бізнесі? Даже не знаю. Наверное, какую-то подлость, предательство. Що для тебе особисто заборонено? У меня есть этические нормы поведения, морали, которые переступать не только нельзя, но их и не хочется переступать. Всегда у нас есть какой-то внутренний голос, который подсказывает, как надо сделать правильно. Вот этот внутренний голос я всегда слушаю. Ким ти мріяв стати у дитинстві? Как, наверное, все мальчики. Космонавтом я не мечтал быть, я хотел быть военным, да. Чи плануєш втілювати цю мрію в житті? Нет, я отслужил, все, что связано с армией и защитой Родины, я, в принципе, выполнил сполна. Я и сейчас готов к труду и обороне. Макса, а тепер головне, який же ж ти президент? Я президент Ассоциации экстремальных видов спорта, и получилось так, что Ассоциация велосипедистов. На самом деле президент – это же не тот президент, который президент, а чисто формально название должности. З велодоріжками в Дніпрі взагалі біда. Що з цим робити?
що робити? Ну, чесно говоря, якщо говорити, как бы больше вдаваясь в философию и историю, то с велодорожками будет все окей. Лет через 10 примерно. Потому что самое главное, что сделано для развития велоинфраструктуры, уже сделано. А это что именно самое? Это изменения в ДБН. Сейчас по всей Украине все балансодержатели при капитальном ремонте, при планировании капитальных ремонтов дорог обязаны предусмотреть возможность велосипедного движения. Вот я, например, как представниця велоруху, теж хочу їздити по велодоріжкам, наприклад, а не по набережні, там, де ходять люди. В кожного повинна бути своя територія. Тож, може, ти знаєш, як вплинути на нашу владу, щоб в нас доріжки з'явилися не через 10 років, а, наприклад, хоча б через рік, через два. Що треба зробити? Ну, на самом деле, мы в предыдущие периоды, предыдущие года прошли практически все возможные форматы. Это были и акции, привлечение внимания, петиция. Кстати, вот петиция, можно сказать, принесла свои плоды, но тоже не сама по себе, потому что на петицию сначала был дан ответ отрицательный, а потом, благодаря тому, что можно было договориться с депутатами, приняли программу развития велоинфраструктуры до 2020 года. Что по ней сделано, тоже можно расценивать по-разному. Как бы со стороны пользователя-велосипедиста можно сказать, что практически ничего, мало. Ну, действительно, очень мало. А со стороны, допустим, чиновника, он может сказать, да мы же столько работ провели. Но если быть объективным, то, допустим, вот эти небольшие километры, которые сделаны велодорожек, даже там, можно сказать, сотни метров километры, официальных дорожек, к ним я бы объективно прибавил еще проектные работы. То есть велодорожку нельзя, вот сегодня захотел, а утром встал, и она появилась. Ты, окрім власного бизнесу, займаешься ще социальным. Розкажи, будь ласка, що це? Это и скейт-парки, и скалодромы, паркур-площадки. А в том числе вот последние наши разработки – это уличные фитнес-центры. Это такие комплексы, куда может прийти абсолютно любой житель города с абсолютно любой физической формой и получить тренировку такую же, которую он может получить в фитнес-зале. И таким образом сообщество получает возможность тренироваться в любое время, в любом возрасте и в любых погодных условиях. Соціальний бізнес, він взагалі приносить прибуток тобі? Да, соціальний бізнес, ну, в даному випадку, это, во-первых, ми делаємо корисне. Да, делаємо что-то полезное для сообщества, а во-вторых, часть из прибыли от этих проектов мы направляем на социальные проекты другие. На массовые мероприятия, на соревнования, на развитие движения и так далее. Що ж, друзі, тепер ми шукаємо нових героїв. І якщо ви маєте ідеї, обов'язково пишіть нам. До нових зустрічей!